Добрый день! Сегодня нам предстоит необычное занятие. Вы посмотрели немало роликов, в которых я вам рассказывала о театре. И вот сегодня я хочу задать вам вопросы по этой теме. Но вы не просто ответите на мои вопросы, а найдете зашифрованное мною слово. Как же его найти? Подсказки находятся в видеороликах. Будьте внимательны, отвечайте на мои вопросы правильно и именно в той последовательности, в которой я буду их задавать. А по первым буквам ответов вы узнаете это таинственное, зашифрованное слово. Ну, что? Готовы? Итак, слушайте внимательно. Первый вопрос. Как называются веселые стишки, которые помогают разрабатывать речь актера? Второй вопрос. Популярный герой кукольных спектаклей на Руси. Третий вопрос. Как назывался человек, который исполнял роли в театре? Четвертый вопрос. Именно так называли на Руси бродячих актеров. Следующий вопрос. Как называлось действие артистов на сцене? Слушайте внимательно еще один вопрос. Самый знаменитый театр в России. И последний вопрос. Спектакль, в котором артисты не разговаривают, а поют. Все справились? А если справились, то я жду ваши ответы в комментариях и по СМС. Ответ – это одно слово, которое состоит из 7 букв. Ну что? Постарайтесь, пожалуйста, и до новых встреч!